О, Катерина Дмитриевна, я прошу минуту вашего времени. Да. Ресторан закрываем в 9 вечера. Живые орхидеи, свечи, оркестр. Подожди, мы закрываем ресторан для 2 человек? Свечи, орхидеи, ты серьезно? Вида-то же, и Назар Дмитриевич любит, когда... Петь, это все лишнее. Я просто хочу обычный семейный ужин. У меня уже все готово. Петя. Ну, как скажете, Катерина Валерьевна. Скажи, пожалуйста, ты не видел Кирилла? Я не могу его найти. Нет. Здравствуйте, а я видел его только что в ресторане. Здравствуйте. Как вам на новом месте? Осваиваетесь? Вполне. Хотя, знаете, кое-что в финансах меня смущает. Мне нужно забрать сына. Пойдемте по дороге, расскажите. Кирюш, ну я же просила не трогать статуэтки. Ну все. Это улики. И на ней твои отпечатки пальцев. Ты детектив? Почти. Юрист. А я гонщик. 3 уровня прошел. А она планшет забрала. Теперь уж точно не отдаст. Отдаст. Так, гонщик мой дорогой, где твой школьный рюкзак? Ой. На самом деле эти статуэтки – это просто память о моей юности, о большом городе. Им же грош цена. Скучаете? Нет. Не о ком. Родных не осталось, близких тоже. Теперь дом здесь. Мам, я кисточки забыл, без них не пойду, Тамара Федоровна ругать. Вы уж простите, пожалуйста, у нас там кисточки. По поводу финансов спросите у Назара, это по его части. Люка, за кисточками, давай. Моя любимая, самообман. Полмира с ней объездил. Честно говоря, не планировал ее продавать, ведь скоро французская биеннале. Но вы предложили чертовски хорошую цену. Биеннале можно не отменять. В случае продажи, я уверен, можно договориться. Найдется корица? Да. Назар Дмитриевич, у нас перерасход серьезно, 2 проверил. Вот, набросал шаги оптимизации. Как тебе? Самообман? Решил себе подарок сделать. Достойная копия. Видела оригинал в прошлом году в Кёльнской галерее Моники Шпрют. Разбираетесь в современном искусстве? Я. Павел Влас, автор. И это не копия. Вадим Горячин, наш юрист. 5 в лучших отелях Европы. Берегу его, как зеницу ока. Хорошая работа. Но, к сожалению, мы сейчас себе этого позволить не можем. Разве что через год при условии рассрочки. Через год, Вадик. Рассрочка. Мы не в твоей Европе. Решение принято. Покупаю. Завтра же организуем пресс-конференцию, заодно и презентуемся. Осталось только раскошелиться на платье жене. А Екатерина Валерьевна в курсе? Необходимо ее письменное согласие. Вадик, хватит уже. Вопрос закрыт. Займись такой. Ну что, виски? По такому не откажусь. Да. Да. Кирюш, можешь даже не мечтать. Я планшет хорошо спрятала. Хорошо, мам. Ты меня слышишь? Гонщик. Кирюш, разуйся! Да. Алло, Катюш. Тут у нас ЧП. Подвел меня Вадим. С документами напортачил. Нужно, чтобы ты заехала. Срочно. Он хотел поговорить со мной утром. С тобой о чем? Я не знаю, мы не успели. Хорошо, я заеду. Пока. Кирюш! Ударился? Да нормально, мам. Ты когда-нибудь убьешься из-за этого планшета. Мам, а это я у тебя в животике? Да, ты. А как я туда попал? Давай я тебе покажу что-то интересное. Это все твоя семья, видишь? Дядя Егор, тетя Люба, мы с папой. А это кто?
это моя тетя. Тетя Маша, она меня воспитывала. А почему она к нам не приезжает? Она же тоже наша семья. Она просто умерла давно. А это кто? Не знаю, никто. Дядя чужой какой-то. Ты нашел свои кисточки? Да ты чего, мам? Да ничего, мы в школу опаздываем. Я хочу тебя отпускать. Кажется, отпущу и дышать не смогу. Если тебя сейчас увидит тетя Маша, снова начнется. Я тебя прошу, уходи. Тебе нужно домой. Твою тетю Машу лечить нужно. Она же тебя совсем доведет. Но мы взрослые люди. Мы можем жить так, как считаем нужным. Давай просто не будем ее провоцировать. Пожалуйста. Жива, ты не спуталась, да? Так, тихо. Так скажешь, ты позоришь меня. Пойдем домой. Моя ты, принцесса, ты не бойся. Тебя никто не обидит. Тетя Маша тебя в обиду не даст. Ты не бойся. Тетя Маша, уходи. Пойдем спать. Спать пойдем. Пап. Не спишь? Прости, задержали дежурство. Как ты? Лучше, кажется. Ну, вот и хорошо. Через неделю будем праздновать 10 лет. Никаких дежурств? Никаких дежурств. Аня. Аня, Аня, ты слышишь меня? Аня, ты меня слышишь? Скорая. Девочка, 10 лет, без дыхания. Мам! Может, не пойдем? Я 2 урока пропустил. И еще, кажется, я заболел. Так, давай договоримся. Если ты сегодня напишешь математику на отлично, я отдам тебе планшет на выходные. Клянешься? Клянусь. Если нарушишь клятву, съешь 10 червяков, грязный носок и жука-вонючку. Да. Давай, бежал. Бегом. Здрасте, Тамара Федоровна. Здравствуй, здравствуй, Кирюш. Заходи в класс, я сейчас буду. Вот мы с вами уже 3-й месяц эти деньги на планшеты новые собираем. А Вольская могла бы просто так подарить. Ну, с барского плеча. Ну, как бы она не обязана. Да. Всего доброго. До свидания. Конечно, конечно. Ревизию противовоспалительных препаратов нужно сделать до вторника. Да. А в среду нам привезут новый рентгенаппарат. Возьми его на баланс и, пожалуйста, проследи, чтобы оформили документацию. Сделаю. Работаем. Хорошо, Любовь Дмитриевна. Уже работаю. Вольская, все, пока. Пусть в этом конверте будет окончательный и бесповоротный приговор твоему эндометриту. И кто-то станет мамочкой здоровенького малыша. Малышки, Анечки, 10 лет я жду. Ты зациклилась. Перестань вариться в прошлом. Нужно жить в будущем. Извини. Идем со мной. Алло. Любочка. Да, Катюш? Кирилл в школе. Вечером я на тебя рассчитываю. Да, конечно, как договаривались, заберу. Ты мне главное скажи, пришли. Все хорошо. Что там? Вот, откроем вечером. Сегодня. Да, пока. С вами хорошо иметь дело, Георгий Горо. Надеюсь на успешное сотрудничество. Zusammen arbeiten. Mit allen Mitteln. А, Аллочка, организуй, пожалуйста, нашим гостям машину до отеля. Да, конечно. Там жена на линии, результаты пришли. Говорит, что вы ждете. Спасибо, я перезвоню. Хорошо. Господа, следуйте за мной. Auf Wiedersehen. Ну, красавчик. Такой контракт отхватил жирный.
Красавчик. Слушай, помнишь, я тебя попросил замолвить за меня словечко перед инвестором? Засиделся я в младших. Люб, привет. Привет. Результаты уже пришли? Да. Ага. Дождись меня, откроем вместе. Скоро буду. Хорошо. Давай в следующий раз поговорим. Ген, мы несколько лет этого ждали, правда? Извини. Ну, а ресторан я утром заказал. Не поймут наши немецкие гости. Какой ресторан? Утром? Да. Черт, а что ты мне ничего не сказал? Да сказал, говорил, ты забыл, наверное, заработался. Да ничего, не переживай сейчас. Тихо. Сейчас уладим. Алло, это доставка цветов. А будьте добры, 51 розу. А, девушка, и открытку добавьте. Напишите, пожалуйста, в открытке Егор плюс Люба равно Аня. Спасибо. Люба, Люба. Подождет твоя Люба. Катюш, извини, что дернули. Это не я, это Сева. Ничего. Назар Дмитриевич планирует серьезное приобретение. Вы обязаны знать, у нас не самое лучшее время. Не виноват. Хотел сюрприз сделать. Любимой жене в честь годовщины свадьбы. А Вадим уперся. Нужно твое письменное разрешение, протокол. Посмотри, какая красота. Прямая скельная, с галереи. Полмира объездил. Я столько за ним гонялся до тебя. Очень красиво. Да? Ну, вы мне что, хотите праздник испортить? Не знал, простите. Поздравляю. Не поздравляю, думал. Вадик, не всегда полезна твоя прижимистость, понимаешь? Так что готовься, Катюша. Скоро у нас тут будет придорожный мотель с пластиковой посудой и комплексными обедами. Зато как сэкономим, да? Подпиши, пожалуйста, вот здесь. Вот здесь. Перед тем, как вы поставите подпись, я обязан сообщить. Угомонись, я тебя умоляю. Ну, серьезно, не смешно. Так, вот здесь, да? Ага. Угу. Спасибо. Угу. Да, Левушка. Тебе еще нужно? Да, да. Слушаю. На будущее. Избавь меня от этой клоунады. Назар, воруйте яму для себя и для отеля. В один не самый лучший день. Не лезь, куда тебя не просят. Все. Добрый день. Здравствуйте. Ой, девочка моя, луна в Козероге, парад планет, сплошные перемены. Это не гороскоп, это сплошные нервы. Еще ты опаздываешь. А ты, значит, во все это веришь? Ну а как же, ты что? Так, ну что, будем удивлять мужа или сразу на маму? Федь, мы 10 лет вместе, чем мы можем друг друга удивить? Давай просто сделаем красиво. Хорошо, девочка моя, будет тебе красиво. Извините, пожалуйста. И что бы ты без меня делала? Вот, смотрись. 10 лет на меня работает, удачи приносит. Это к несчастью, да? Да ну, что за бред? Кто вообще в это верит? Забудь, это просто зеркало. Слушай, ты шикарна.
Тетя Люба, почитай мне книжку. Хорошо, дорогой мой. Давай я тебе еще почитаю. Стоял ясный весенний вечер. Окна были открыты. Егор, ну что, ты поговорил с инвестором? Ген, ты же знаешь, 5 контрактов в год. Прирост 30% и партнерство твое. Ну, у меня другое предложение. Допустим, сегодняшнюю сделку закрыл я. В долгу не останусь. Мальчики, откройте. Попросите. Конечно, откроем. Вас как зовут? Карина. А вашу подружку? Эльза. Может быть, за наш столик переместитесь, девочки? С удовольствием. Идемте. Хочу выпивать за Егора. Его настоящая деловая хватка. А я хочу выпить за Геннадия. Это моя правая... Проходите, девочки. Так, пожалуйста, Карина. Привет. Эльза. Hello. Присаживайтесь, присаживайтесь. Пожалуйста, располагайтесь. Да ладно тебе, ну пусть развлекутся наши иностранные гости. Ты что творишь? Егор, можно фото? А, да. Юген, bitte. Я. Und jetzt Erinnerung Foto für Hans. Да. Он занят, Люб. Очень. Сделка у нас. Какая музыка? Тебе послышалось. Все, Люб, я не могу говорить. Послушайте, мы здесь живем. Я хочу ужинать в этом ресторане. Я все понимаю, но такие обстоятельства, извините. Добрый вечер, господа. Роскошно выглядите. Простите, великодушный ресторан закрыт. Спецобслуживание. Приходите завтра, мы вам сделаем скидку 10%. Поужинаем в кафе. Благодарю вас. Надя, где у вас находится книга жалоб? Это здесь, стал за дверью, на стойке. Еще раз простите. Пойдем. Петя, где букет для Кати? А у нас возникла проблема, Назар Дмитриевич. Какая проблема? Магазин отказался доставлять заказ, пока мы не рассчитаемся с предыдущими поставками. Пока не рассчитаемся. Значит, мы с ним не работаем, раз они себя так ведут. Угу. А с кем работаем? Петя, ты что, издеваешься? Чего ты мне эти вопросы задаешь? Найди новых поставщиков. Давай. С букетом я сам разберусь. Добрый вечер. Меня Валентин зовут. Компания «Доставим все». Распишитесь, пожалуйста, возле галочки. А, здесь. Вы же в Любовь Вольская? Простите за опоздание пробки. Спасибо вам большое. Примите мои поздравления. С вами все хорошо? Эндометрит, ассоциированное бесплодие, результат медикаментозного лечения отрицательный, зачатие невозможно.
Катя! Знаете, вы восхитительно красивы. Спасибо. И это утреннее недоразумение. Просто, мне кажется, вы видите всю ситуацию. Вадик себе не изменяет. Даже в нерабочее время. Экономит на всем. Дорогая, тебя навечный. Они великолепные. Простите, вы хотели мне что-то сказать? В другой раз. С праздником. Ты все-таки решился на это, да? Конечно. Любовь моя. А завтра здесь будут журналисты, телевидение. Тебя увидит вся страна. Я люблю тебя. Пойдем. Пойдем. Да, а я говорю, что скидка для гостей ни на что не влияет. Девушка, я вам еще раз объясняю. Сюда нельзя. У нас закрыто. Сегодня здесь приватное обслуживание. Жизни. Дорогой, мне сказали, ты в ресторан пошел. Привет. Кто вы? Я Ольга, его первая жена. И хозяйка этого отеля. Назарова не сказал? С ним это бывает. Она хорошенькая. А увидимся в суде. Очень приятно было познакомиться. Прости, так будет лучше для всех. Не ищи меня. Что это? Да, я скину. О, Господи. Люба! Анечки не будет. Люба! Любушка! Любушка, родная, что с тобой? Ну что ты, Любушка? Терпи, терпи, терпи. Чего не будет? Любушка, Любушка, успокойся, все. Все хорошо будет. Ничего не будет. Все будет хорошо. Все хорошо. Петь, ну что там? Давай быстрее. Угу. Вот не надо на меня так смотреть. Катя. Ты прекрасно знала о моем первом браке. Да, только ты забыл мне сказать, что отель записан на нее. Формально, только земля. Она претендует на все. Суд через неделю. Послушай, я вложила в этот отель все до последней копейки. Что теперь? Что теперь? Верь мне, Катя. Верь мне. Я все это... У меня все под контролем. Неси это. Острый лейкоз. Диагноз не окончательный. Ждем результатов биопсии костного мозга. С детской гематологией я уже связался. Лейкоз, нам же ставили ОРВИ. Ну, начальные симптомы схожи. В случае вашей дочери болезнь прогрессирует быстро. Характерные синяки появились еще вчера на ногах и на руках выше локтя. Плохо, что вы, врачи, этого не заметили.
Я все время на дежурстве. Господи. Сейчас самое главное, чтобы Аня вышла из комы. Если диагноз подтвердится, понадобится пересадка костного мозга. Это же месяцы ожидания. Ну, об этом рано еще думать. Вы не хуже меня знаете всю эту бюрократическую волокиту. Вот, посмотрите. Я написал пару клиник. А цена? Трудно сказать. Но учитывая все необходимые процедуры, где-то около 50 тысяч евро. У нас суд через неделю, нам нужно подготовиться. Я не собираюсь ни под кого подстраиваться. Это мой отель, я в нем хозяин. Это наш отель. Кать. Конечно, наш. Катюш. Это наш отель. Ну, улыбнись. Давай выпьем вина. Красная или белая? Есть красная. Где она остановится? Кто остановится? Катюш, я понятия не имею, где она остановится. И мне все равно. Зато я очень хорошо знаю, где твой замочек. Программа «Утро» с Лизой Фоминой. Расскажите, пожалуйста, о своем новом приобретении. Ну, что я могу сказать? Самообман – это работа моего очень близкого друга, замечательного фотографа Павла Власова. По правде говоря, у него были другие предложения, но Паш не смог мне отказать. Кстати, именно с этой работой его зовут выставляться в Париже, и я намерен его поддержать. Я уверен, что в скором будущем об этой работе узнает весь мир. Да. А расскажите немного о других экспонатах вашей коллекции. Да, с удовольствием, пройдемте. Вот, например, это первое мое приобретение. Работа бельгийского фотографа, довольно известного, его имя... Ландер. Милен Ландер. Да, совершенно верно. Его имя довольно известно в узких кругах. Что можно сказать об этой работе? Она... Долгое время пробыла на открытом воздухе, она висела. Пришла сказать, что остановилась в отеле. Ты не против? Папа! Илюха! Привет. Я думала, вы его супруга. Мы начали уже. Здравствуйте. Пожалуйста, познакомьтесь. Моя супруга Екатерина, сын Кирилл. Простите, я ошиблась, так неловко. Ничего страшного, это недоразумение. Она ведет себя здесь, как хозяйка. Я не понимаю, почему ты ей это позволяешь. Ну, прости, Катя, ну, что ты говоришь? Улыбайся. Анечка, ты поправишься. Я достану деньги, я обещаю, клянусь, я совру, украду. Прости меня. Прости, я так виноват, я
Я проглядел, упустил драгоценное время. Я все исправлю. Очнись. Доброе утро. Сварить кофе? Нет, я не хочу. Егор? Да. Что это? Что там? А, давай сдам чистку. А где ты был вчера? Я тебе звонила. Ты же знаешь, на работе. Егор, ты и правда меня не обманываешь? Как тогда? Послушай. Ай. Прости. Прости. Ну что ты? Не выдумывай, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Хорошо? Да, это прямо возле больницы. Все, что машине нужно сделать, я вам сказал, поэтому сбрасываю цену. Если вы действительно хотите брать, можете посмотреть ее прямо сейчас. Сегодня намерен продать. Давайте 5,5. Резонансная фоторабота. Простите, пожалуйста. Самообман украсит коллекцию местного мецената Назара Вольского и его супруги Екатерины Островой. Напомним, что коллекция доступна... Простите, карточки можно? А общая стоимость экспонатов 50 тысяч евро. Зря ты так рано уехал. Мы в клуб рванули с девчонками. Оторвались гости по полной. Не трогай меня со своими бабами. Ну, странный ты мужик. Все у тебя сложилось, а ты вроде не рад. А все почему? А все потому, что с бабами завязал. Одной женой сыт не будешь. Гена! Слушай, немцы задержаться решили. Девочки наши им понравились. Ты поговори с зятем, пусть отель продлит. Ты бы, Гена, меньше о бабах думал, а больше о бизнесе. Знаешь, какая у них скидка была за 3 дня? Ну, так и зять твой не бедный. Меценат. Недавно картинку прикупил, я по телеку видел. Что ему? О, смотри, какая. Огонь. Нет, Гена, я передумал. Рано тебе быть еще старшим партнером. И машиностроительный тоже рано. Да. Ты сделал, что я просил? Делается. Да. Делается. Слишком большая сумма. Мы проверили вашу кредитную историю и непогашенные плановые платежи. Вы, безусловно, правы. Но вы смотрите масштабнее. Самообман – это стратегический ход. Он привлечет постояльцев, выведет отель на новый уровень. Очень нестандартный путь. Рекомендую начать с оптимизации расходов. Выйдете в плюс, тогда и поговорим о приобретении предметов искусства. То есть отказ? Сожалею. Всего хорошего. Да. Назар Дмитриевич, нужно оплатить ремонт крыши. Ну, протекает же. Я помню! Я как раз говорил с банком. Угу.
Кирюш, пристегнись. Сейчас, мам, у меня планшет упал. Пристегнись. Документ отдал? Да, на месте. Вот. Все, всего доброго. Удачи. Да, слушаю. Катя? Узнала? Что молчишь? Как ты меня нашел, Олег? Успокойся. О препарате никому, ты поняла? Ты меня слышишь? Спасибо, друг, выручил. Гена, конечно, накосячил, но я немцам отказать не могу, сам понимаешь. Да какие вопросы? Продли мне, чужие люди. По деньгам точно проблем не будет? Скидка серьезная. Егор, не в деньгах дело. Оля вернулась в городе. Да ты что? Ее еще не хватало. 10 лет не было. Теперь вернулась, права качает. Догони ее в шею, что тут думать? Я что, не помню, что в тобой происходило, когда она исчезла? 10 лет прошло. Я ее в ресторане увидел. Она же дура достала. Забудь ее назад. Забудь ее. У тебя семья, сын, Катя. Ты чего? Не бывшая в отеле. Оля что, в отеле? Так, что случилось? Я ударился. Держи салфетку. Бегу в медпункт. Женщина, что? Отойдите, я сама. Я школьная медсестра, и мы пойдем в медпункт. Извините, пожалуйста, я сама. Тихо. Разговор есть. Ты же свалить отсюда мечтал. Я же денег дал. Зачем вернулась? Я на эти деньги твои измены покрывала. Забыл? Ты чуть... Я чуть семьи из-за тебя не лишился. Ты... Из-за меня? Да, это из-за тебя. Примерно семьянин. Себе врете, друг другу врете. Значит так. Уезжай из города. Ты поняла меня? О! Егор! И где ты сидел? Все есть хорошо. Sehr gut. Ganz gut. Рад был видеть. Взаимно. Здрасте. Вот так они и за рулем ездят.
лицом у мобилки, а потом дитя травмированное. Слава богу, хоть жив остался. Да вы что? Дима, я не совет у тебя прошу, а денег в долг. Не могу ничего сделать с Аниной квартирой до ее совершеннолетия. Абонент не отвечает или временно недоступен? Добрый вечер. Что? Вы решили остановиться в нашем отеле? Это очень хорошо. Мы с мужем будем рады. Тем более это позволит закрыть наши вопросы до вашего отъезда. Давай без этих дешевых любезностей. Я никуда не уеду. Здесь нет ничего твоего. Это мой отель, моя земля и мой муж.